Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Действительно, вы для нас коллеги, я тут согласен со своими коллегами из филармонии, потому что мы вместе с вами и много работаем, реализовываем большие проекты, и, собственно, все, мы напитываемся через вас, через книги, через библиотеку, через наши встречи. Сегодня в Российской Федерации существует 150 тысяч библиотек, 100 из них в Камчатском крае. И, конечно, флагманом библиотечного отдела в Камчатском крае является, согласен, бесспорно, библиотека научная имени Степана Петровича Крашенинникова. Это действительно так. Вы сделали свою библиотеку большим мультимедийным центром, занимаетесь большими социально ориентированными проектами. И сегодня от имени Союза театральных деятелей и от Камчатского отделения Союза театральных деятелей разрешите вас, дорогие друзья, поздравить с Днем библиотек. С Днем библиотекаря, поэтому я спешу поздравить вас с этим замечательным днем и хочу вам просто сказать, что вы очень нужны. Ничего не заменит, никакие электронные форматы, ничего не заменит живого общения с бумажной книгой, живого общения с вами, с вашими глазами и с тем, что вы порой можете предложить своему читателю. Спасибо вам. Знайте, пожалуйста, вы очень нужны. Я помню чудное мгновение. Передо мной явился ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забуду тот голос нежный, твои небесные черты в глуши, во мраке сточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, и сердце бьется упоение. И для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Литература и музыка – это, они идут вместе по жизни, правильно? Оперы, там, спектакли, все это под музыку, все это. Поэтому мы с вами неразрывно связаны. И мы с удовольствием приезжаем к вам, вот когда вы нас зовете, и будем приезжать, и будем радовать, и вы нас, а мы вас. Вот. Так что больших вам творческих успехов, всем здоровья, вот. Чтобы дома все было благополучно, ну, вообще, чтобы все у вас было хорошо. Так спасибо, что будем совместно работать. Сначала я хотел бы поздравить вас от имени нашего общества. Также присоединяется к поздравлениям Азиатско-Тихоокеанский информационный центр. Хакимов Искандер Ибрагимович, руководитель, просил передать свои поздравления вам. Желаем вам здоровья вам и вашим близким. А в профессиональном плане вам желать ничего не буду, потому что вы и так профессионалы, причем профессионалы на международном уровне. В подтверждение этого я хочу зачитать благодарственное письмо генерального консула Китайской Народной Республики в городе Владивостоке, господина Янь Виньбиня. Уважаемая Татьяна Анатольевна, от имени генерального консульства Китайской Народной Республики в городе Владивостоке
и от себя лично благодарю вас и ваш коллектив за участие в организации Дня китайской культуры на Камчатке, посвященный такому важному для наших стран событию, 20-летию подписания договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Китай и Камчатский край давно связаны исторической дружбой, которую необходимо развивать и поддерживать. И День китайской культуры играет важную роль в углублении понимания Китая жителями Камчатского края. Генеральный консульство готово развивать сотрудничество в будущем с вашей библиотекой в углублении культурного обмена между народами двух стран. Позвольте заверить вас в нашем глубоком уважении, еще раз выразить благодарность. Желаем благополучия и успехов в вашей работе. Генеральный консул КНР в городе Владивостоке Ян Дин. Забыли.